У меня получилось запустить на 3 платформы, можете меня поздравить. Казусов и ляпов каких-то не произошло. Чуть не умерла. Лайкусики на ютубчике и на ВК-плее можно ставить. Мне уже вот оповестили. Так что ваш актив максимально важен. В последнее время он максимально, ребят, важен. Привет, привет. Дайте мне секунду. Кстати, удобнее показывает уведомление. Рома, привет. Ну, с одной стороны, возможно, да. Я не знаю. Я не знаю. Итак, господа, кому не сложно, пожалуйста, ссылочку на ВК Плей откройте второй вкладочкой. Если вы смотрите на Ютубе, откройте. Сейчас, подождите. Привет всем! В общем, если вам не сложно, пожалуйста, если вы смотрите на Ютубе, откройте Трово и ВК вторыми вкладками. Ну, второй и третьей вкладкой. Если вам, конечно же, не сложно. Я думаю, вам не будет сильно сложно. Вот. Если вы смотрите на Трово, то откройте, пожалуйста, ВК и Ютуб второй и третьей вкладкой. Сильной нагрузки на ваш компьютер не предоставится, но это будет плюс мне. Как просмотры, так и актив. Вот, и огромное вам спасибо. А также не забываем, что на YouTube тоже надо ставить лайки. Это очень важно. А так, мне птички нашептали, что мне не нужно было покупать дополнение потом в Atomic Heart, что у меня и так было дополнение в этой игре. Вот, соответственно, что, я могу в нее играть. Вот у нас плюс стоит. И на днях у меня вроде как... Ай, больно. Больно в ноге. У меня на днях докачалось где-то гигов, наверное, 18 или 20 около того. Значит, у меня дополнение докачалось. Собственно, что я могу сказать? Сегодня мы с вами будем играть в Atomic Heart. Я не знаю, что там за дополнение, я не смотрела. Я знаю, что оно вышло в начале августа. Я знаю, что все в начале августа уже все прошли, все везде походили. Посмотри, очень интересно то, что ты написал. В общем, ребята, все, кто на ВК Плее, я вам скажу так. Попозже я добавлю вот эти баллы, чат подредактирую, все остальное. У меня просто не так было много времени, я тут сидела, разбиралась. У меня элементарно плагин я скачивала. Блин, если Лис смотрит, он не даст соврать, у меня были проблемы, и мы с этим разбирались, ну, может быть, чуть больше, чем полчаса. Хотя, казалось бы... Удали! А все. Давай тебе тоже здесь модер туда, у меня как раз только модераторов нету. А зачем, говорит? Тут так быстро модераторов назначаешь, просто взял, тыкнул и все. Вот, всем большой привет, я тут настраивалась и сидела и настраивала. А где, вот сейчас на ВК Плее все активно пишут. Черт, это вкусно. Настолько, что я облилась. Он, как всегда, ну, типа, повторяй теперь. Всем привет, ребят! Я запустила раньше, потому что
Я, вы знаете, какая я тупая, и эту игру мне сказали дополнение, за 5 часов можно пройти. А зная, насколько я тупая, дополнение я могу проходить дольше. Параллельно, я не знаю, заказать себе покушать что-нибудь или нет, я кушала в 2 часа. Вот. У меня рис есть, если что, рис наверное. Вот. Ютуб, Трова, ВК, всем большой привет, всем здравствуйте. Подождем, наверное, еще чуть-чуть, когда все присоединятся. Все подтянутся, точнее, и будем уже начинать. Не, на самом деле это все интересно. Это все очень интересно. Все эти новшества, нововведения эти ваши, знаете ли. Привет, привет, привет. А, вот у вас чат. У вас вот здесь чат идет. У меня то же самое включено рядом, и он завис. Там кек, я не знаю, зачем профиль ВК Плей добавляли сюда. А еще я не поняла, почему я не могла вбить имя пользователя, такое, как, ну, как у меня ник. Типа, оно уже занято, но я его найти не могу. Я думала, может быть, это вот этот вот ВК ID, который у меня на группе. Я групп переименовала. ID-шник сделала другой. Нет, все равно сказали, что занят. Я не знаю, как это работает. Привет. Всем большой привет. Ну, в целом, я вам рассказала, что завтра у нас ЕТС, КГТА, послезавтра танки, во вторник, лис, ты знаешь. Покажешь лук такой же, как вчера. Ничего пока нового. Чё ты там с запасом берёшь? Тык мне, у меня профиль ВК Плей. А, сейчас, подожди. Профиль ВК Плей, да, и чё? Я вижу твой профиль, твои игры. Зачем они это сделали? Может быть, мы потом это поймем. Пока нам ничего не это непонятно, не интересно. Может быть, чуть позже все будет. Артур, привет, Дим, привет, всем большой привет, и всем здравствуйте. Боже, как же у меня сейчас выглядит ОБС, как вы видели, у меня тут. Ну и, кстати, почему-то не сбоку этот плагин, а, ну, вот этот вывод лист, а вверху. И то есть у меня тут всего столько синего много. Опять. Ну, вообще, на трех площадках ники по-разному. Да я, кстати, заметила, да, да. Такой разносторонний человечек. Чат, вот этому чат-боту я бы ник поменяла. Я единственное, пока вот сделала, ну, вот одно, что он может ссылками всеми худить. Подписывайтесь на телеграм-канал, кстати. И да, я знаю, что перемещать можно куда угодно, но я боюсь, что мало ли я что-то ткну не так, и все. И все полетит. Я что-то ушел. Смайлики. Я потом добавлю смайлики, я хотела этим загнаться, но я поняла, что, видимо, не могу. Привет! Я жмала на него, я вот добавила чуть-чуть. Я не смогла где убрать вот это, что кто теперь отслеживает, кто не отслеживает. Вот это я не могу пока никак убрать, к сожалению. Да блин! Это странно и одновременно все интересно. Вот, чат-бот. Я могу только таймер добавить. Все. Включение, уведомления, модерация, маленькие значки, роли. О, роли есть. Баллы. Баллы есть, кстати. Я не знаю, как они быстро копятся. Быстро ли они вообще копятся или нет? А как картинка на ВК-плее? Просто в 13 тысяч битрейта стрим. Мне вот интересно, нормальная ли картинка? Разберешься со временем. Надо было раньше, как говорили мне все. Типа, надо было раньше делать вот это, делать вот это, делать вон то. Ну, что поделать. Сделала сейчас. Ты всего 2 смайлика можешь добавить, кек? А я не знаю сколько. Наверное, ни одного. 20 только накопил. Нормально, нормально. Нажми на баллы, снижись счетчик. А у меня не видно его. Я вижу, но я не вижу, как они зарабатывают. А, просмотр. Плюс 10, активный просмотр, плюс 50. Как понять активный просмотр, плюс 50? Как, чем отличается он от обычного? Итак, я...
потихонечку начинает спадить в игру. Мы сидели, вас очень долго, ребят, ждали. 50 лайков добили. Отлично, идем дальше. Вот. Музыку, значит, уже можно застопить. Опачки, опачки, попочки. У меня игра... подвисла. Сейчас, подождите, она почему-то не хочет загружаться. А активный просмотр, это как на Твиче, надо нажимать на баллы каждые 15 минут. Ну, понятно, понятно. Подождите, почему у меня игра не хочет показывать? Подождите, я сделаю тогда отдельного окна. Класс! Класс! А почему ты здесь? Во. А теперь еще и таймер заводить на каждые 15 минут. Да не, не надо будет заводить таймер. Там же вроде как тогда будет вылазить само, но... Привет! Блин, на троллу вообще никто ничего не пишет. А, вон. Приветик. Василий, здравствуйте. Сам Ан... А, блин, я каждый раз не знаю, как читать его никнейм. Сама Эн... Аим. Аим. Я буду тебя сокращенно Аим называть. Ты не против? Ставим лайки или бан. Утопал фотошоп. Давай, спасибо большое, что помог сегодня. Очень приятно. Приветик, приветик. Кстати, а как это будет происходить? Мне что там надо будет нажимать, чтобы дальше играть? Ну, сейчас разберемся, ладно. Позже еще зайдешь? Хорошо, давай. Ну, ты смотри. До скольки примерно стрим? Мне сказали, что дополнение можно пройти за 5 часов. В целом. Либо мы разобьем на 2, либо я попробую одним днем все пройти. Но я на самом деле настроена одним днем все пройти, если... Да, конечно. Кто-то и так называет, да? Хорошо. Вот. И мне единственное, что нужно будет тогда либо покушать заказать, потому что я не успела себе сегодня покушать, вообще ничего сделать. На ВК-плее картинка получше, чем на Трово. Это, кстати, странно, потому что стрим идет с одной ОБС-ки. Не знаю. Это хорошо, что тебе нравится, правда. Я рада этому. Железо менять? У меня проблемы сначала надо решить, а потом буду уже железо менять. Закажи покушать. Я чуть позже закажу. В данный момент я не могу себе этого позволить. Вот сейчас. Потому что у меня на карте, сейчас скажу сколько. Я пока не могу себе этого позволить. У меня на одной карте 144 рубля, на другой 199. Вон. Короче, я пока себе не могу заказать покушать. Потом за баллы закажу. Если я смогу. 2К смотришь, это хорошо. Надо добавить куда-нибудь сюда, может быть, в чаты. Чтобы вы видели... Хотя, мне кажется, если я где-то здесь добавлю чат, это будет прям наляписто. Потому что некоторые игры, когда играешь, чат прям наляписто. Но просто некоторые не понимают, с кем я общаюсь, потому что кому-то на ВК-плей отвечаю, на кому-то на Трово отвечаю, кому где. И оно теряется. Здрасте! Здравствуйте, Сережа. Ты в GTA задание попутно делаешь? Отлично. Привет! Игорь, здравствуй! Подписки потом настрою на ВК. Хорошо. Я, кстати, тоже потом настрою подписки, уровни подписки и все в этом роде. Блин, вот это, конечно, что-то с чем-то. Вот это вкусно. Вот, черри. Черри-кола. Прям по кайфу.
чат на экране даст перегрузку картинки. Либо так. Но я же говорю, будет на ляписке, да. Вот, поэтому у нас чат, он... Весь чат, все на большом экране, когда я делаю большой экран. Но мне радует то, что пока все отлично, трансляция идет хорошо. С учетом того, что я делаю сейчас две трансляции через рестрим, одну через ОБС. Потому что там надо было покупать, чтобы делать трансляции через рестрим. Я решила, что надо будет лучше плагин скачать и сделать так три трансляции. Потому что если я сейчас куплю, хер его знает, а вдруг ВК не пойдет. А вдруг на ВК не понадобится или что-нибудь в этом роде. У меня были моменты, когда я тоже как на какой-то площадке пыталась стримить. Не пошло, мы ее забросили. Я не помню, это было давно, и неправда, я не помню, что было за площадка. А это к чему? Почему про вечные сны ты написал? Мне даже стало как-то не по себе. Спросить ли у моей попы, выйдет ли она за тебя? Не выйдет. Я мать. Я ее мать. Я могу отвечать за нее. Девяносто девять. Сто. Отлично. Вот, дополнительный контент есть. Вот, его нужно нажимать, да? Подождите, мне интересно... Ага, подождите. У меня 22 FPS. Блять, либо высокое, либо выключить, поняла. А что мне еще сделать, чтобы FPS поднялся-то? Вопрос! Что еще сделать, чтобы FPS поднялся? Привет. Может, это заставка только пока что? Просто мне не нравится, что заставка уже подлагивает. Привет. Блин, обидно, грустно. Но может быть я сейчас зайду в игру и там не будет так подлагивать. Будет получше. Что мы в прошлый раз выбирали, если честно. Ну, вроде у меня как раз-таки было вот это. Было это вроде как. Все, FPS стабилизируется. Ну, надеюсь, в игре тоже стабилизируется. Может, это просто начало такое было. Да, да, я вроде все обновила. Спасибо за подписку, привет. О, сейчас, Ром. Сейчас. А, ты думала, это была отсылка к песням? Спасибо. Не отпускаю поп погулять. Да! Вы совершаете ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь на челнок! Вам... Подождите, стойте. Сука! Мне не нравится, что... Сейчас.
Если вот так, и вот так. Где ты заговорила скорость? А тут... Тут две скорости. Вы... А, выше... А, блин, подождите, я... А, все нормально. Вот это? Так, нет, подожди. А где я, почему я не вижу? А, ну тут либо в... А. Тут либо вкл, либо выкл. Привет. Привет. Вот так сделать? Да вроде почти все на среднем, кроме материалов. Еще так па-па! Все взорвалось. Надеюсь, не компа. Блин, я скипнул случайно в начале все. Блин! Как настроение? Ну, плюс-минус. Ну, пока не лагает ничего. Может, и все сделал, как мне нужно. Ничего, технические шоколадки, они всегда есть и будут. Не рассказывать ничего. Пожалуйста. О, вроде хорошо. Я ткнула куда-то не туда. О, вроде хорошо. Да, погнали. О, блин, надеюсь, что... Под... Мне не нравится, что АБС показывало только что 48 кадров. Сучка. Буду надеяться на то, что сейчас ничего не будет подлагивать. Вы совершаете ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь на Челомей! Вам надо, вы и отправляйтесь! Устроили тут самосуд. Это... Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Со мной ты можешь делать, что захочешь. Это буря наших страстей, любимый. Очаровательно, любимый. А ты неутомим, любимый, настоящий мачо. У тебя есть наша любовь, наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно и только вдвоем. Обожаю тебя, спасибо, любимый. Большое. Я схожу с ума. Мне еще братор нормальный, он просто рофлит. Он давно у меня на стримах был, я помню, он нормальный. П1, П2, П3.
Секундочку. Спасибо большое, что помогли мне сделать так, чтобы ничего не лагало. Я вас обожаю, вы лучшие. Управление. Да, блин, нет. Вот, да нет. А где? А куда? Управление, наверное, все-таки. Подождите. Нет, я не помню, как сканировать все. Игру потише. Блин, ну давай сейчас. А что, игра очень громкая? Давайте сделаю потише на 25%. Сделаю ее, посмотрим. Ты пока не можешь. А-а-а, блин, а я думала, мало ли, себя громче. Да я тут на сотку. Я тут иногда ради буду, так что не надо, это погромче. Так, ну ладно, погнали, если я не умею. Мало. Столом с родственниками сижу. Красиво. Папка для бумаг. Папка, мамка. Ну и вот так тоже я делаю. Забывает. Блин, громко? Я же сделала потише. Еще тише нужно сделать. Проектор, спички, сигареты. Дело. Это что еще за хаос? Элеонора, отключи эту безумную чехарду! Не могу, любимый. Это часть защитного протокола. Он активируется автоматически и всякое такое прочее. Прогони бедную старуху, и протокол отключится сам. Подождите, а Элеонора, это разве не этот? Тут прям буря. Это буря наших страстей, любимый. И холодильник? Ну так я дальше не пройду. И старуху вряд ли прогоню. Ты точно ничего не можешь сделать? О, скучно. Хорошо, я помогу тебе. Блин, а я туда не пойду. О, ой, красота. Ой, красота. Спасибо, Леонор. А как мне попасть-то наверх? Подождите. Я думала, может здесь как-то спуститься, но нет. Ау! Чего вот ты сразу нормально себя не ведешь? Мы команда, Слава. Да, 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 холодильник, да. Оказывается, это очень интересно помогать тебе. Была у меня уже одна такая команда. Да не зайти. Так. А я что наделала? Я что-то натыкала. Леонора, верни мне. Верни мне все, как было. Почему я все равно... О, смотрите, я... Интересненько. Так, ладненько, интересненько. А я, наверное, в этот момент... А я в этот момент на этой херне должна была стоять, да? Скорее всего. Нажать и побежать на нее. Нет. Опусти! Так. Но там тоже, кстати, есть штучка. Подождите. Это штучка, конечно. Там же тоже есть такая штучка. Вот тут, вот это управление. Но я к ней подходила, она же вроде не работала. А, нет, она работает! Бля, это я тупая. Блин. Ну, бывает, что бывает. Я просто первый раз подошла, она вроде ничего не работала. Ну, ладно. Погнали. Блин, красиво. Со мной-то ты что сделала, ошалелая?
Теперь мы принадлежим только друг другу. Я синхронизировал твой модуль «Восход» со своей волновой активностью. Лучше бы ты просто его вынула. Я бы тебе спасибо сказал. А так ты просто очередной манипулятор. Ебучий, как же вы мне надоели. Блин, класс слушать. Вот это, конечно, красиво. Бармен пах чешет. Но это красиво, это красиво. На ютубе 100 лайков почти. Спасибо. Если сегодня будет рекордное количество по лайкам и просмотрам, я себя буду не буду себя карать за то, что я сегодня пропускаю семейное событие. Теперь только наш. Никого здесь нет и не будет. Никто не помешает нашему счастью. Мы вместе навсегда. Ага, ну да, конечно. Так, а что за старуха? Баба Зина, что ли? О, да, дорогой. Объясни ей, что она впустую тратит время. Пусть уходит и не мешает нам наслаждаться семейным счастьем. Только будь осторожен, ее куклы могут вести себя враждебно. Куклы? Впрочем, ладно. Пойду. Поговорю. А ты запрись тут и никуда не выходи. А что тут у нас? Ну вот, возьми эту гостиницу. Легкую. Комфорт 5 звезд. Обслуживание 5 звезд. Эстетика 5. Разнообразие услуг снова 5. Окружение, ну, тоже 5. После того, как наука все преобразила, даже ругать нечего, хоть профессия завязывай. Вот тебе и призвание. Заведение, общепита и отдыха оценивать. Что там теперь оценивать? Я бы в ресторанные обозреватели пошел. Так и готовят теперь собаки. Тоже везде отменно. Ну, невозможно! Я бы тоже хотела очень сейчас отменно покушать. Мы тут ничего не можем найти, да? Блин, на самом деле это прикольно. Очень прикольно. Правда, меня уже почему-то тошнит от графики. Но в плане того, что... Как бы вам так сказать... Ну, само по себе. Это как когда я играла... Киберпанк. Меня укачивало от игры, и вот тут то же самое сейчас. Как только тебе удалось меня схватить? Нет перчатки, нет защиты, помнишь? Ха, ты все правильно сделал, милый. Да уж сам не нарадуюсь. Даже не знаю, кто из вас хуже. Что, мой сладкий? Из двух зол, говорю, выбираю то, что еще не пробовал, милая. Милая. Воздыхатель. Катя, он мне писал тот самый консьерж, помнишь? Ну, который красив, как Аполлон, блондинчик. Написал такое. Я пока читала... написал такое, я пока читала, раскраснелась вся. Мне таких слов никто еще не говорил. Но он писал. Значит, мне таких слов пока еще никто не писал. Я помню, что ты мне запрещала на свидание. Ага, с коллегами. Ага. Дыра в полу. Запрет алкоголя. Товарищи, коллеги, напоминаю вам, алкоголь запрещен. Это что еще за дебош по ночам? С дебош. А опять наливать начали. А когда шваркнется. Я почему-то пока хотела произнести слово шваркнется, вспомнила слово зашкварки. Зашкварки? На которых картошка жарится. Не помню, ладно. С летучих мастов какой-нибудь икар. Немедленно убрать из столовых все рюмочные принадлежности. Выдачу водки запретить. Всех пьющих... разворачивать.
Ни хрена себе. А что они там будут делать? Не пить, что ли? А что там, теперь не пить? А что? Нет питания. Так. Элеонора! Андреевна Сергеевна. А у нас питания нет. А, подождите, а тут есть лестница? А, да, ё-моё. А я не увидела. О, я бы тоже потеряла сознание от такого мужчина. Если бы передо мной так сели, я бы тоже потеряла сознание. А ты что? А ты что там увидел? Ты тоже в шоке. Охренеть. Скварки! Вот, спасибо. А где еще лестница? Боже, ну вот, конечно... Непристойностями тут занимаетесь. О, женщина. Живая, не робот. Я уже не привык. Да что ж вы падаете-то все? Ук! Ук! Включили электричество, пойдемте дальше. Привет, Нияс, как дела? Надо было правильно. Начала читать. Развратить. Зачем их развращать? А что тебе не нравится, дорогой? Со мной ты можешь делать, что захочешь. Что ты хочешь? Вспомнить себя я хочу. Узнать, кем был, с кем был, а не торчать здесь с сумасшедшей бабой. Я самая лучшая баба, милый. Не обижай меня. У меня языки есть. Да что вы говорите, ваше вашество? Я вот что-то не вижу ремшкафа. Ты откуда вообще говоришь? Секрет, мой импозантный кавалер. У женщины должны быть свои секреты. А про зубки не беспокойся. Я надеюсь, мне не придется тебе их показывать. Звучит как-то стрёмно. Блин, я думала, мало ли там... Ух ты, пузырь. Она пузырь. Она по-любому. Она это пузырь. Вот этот а-ля искусственный интеллект просто приселился в другое тело. Так, у нас тут можно выше что-то сделать. А что у нас тут? Так. О неком озарении. Пишу, сумбурно, голова с ночи, словно чужая. Так вот, почему Международный день грибов отмечают 16 апреля? Так важен, отмечаемый. Это еще молодая теория. А что, реально? 16 апреля отмечается Всемирный день грибов? Но если атмосфера Земли прогреется еще на пару-тройку градусов, если вкратце, то гриб... Это истинный владелец планеты. Грибы не просто среди нас, они могут стать одним из нас. Или даже последними. В одной из комнат я собрал образцы поразительных грибов. Гелий. На предприятии животных любят. Захаров вон даже кошку завел. Никогда бы не подумал. Он о ней даже не распространялся. Но я лично видел Мусю. Харитон Родионович бывало отдыхал тут, правда, недолго. Занятой был человек. Иногда казалось, он к нам все больше с проверкой заглядывал. А, имя Родион пишется через Е? Я думала, через И. Я думала, имя Родион пишется через И. Осторожно, не наступите на бумаги, юноша. Я же читаю. Да и в мыслях не было. Я же читаю. Забавно вы сказали. В мыслях не было. А почему тогда Родионович, а не Родионович? Вот тут я просто немножечко замешкала. Мне стало не по себе одновременно. Так, а что тут забавного? Да умерли. Давайте, наверное, ответим. Почему? Ну, а, точно.
Давайте третья. Чем вы здесь занимались? В Менделееве-то химией. Но это интересно, да. Я занималась поиском областей для дальнейших исследований. И знаете, что выяснила? Что же? Куда угодно можно развивать химические исследования, кроме одного направления. Время. Лишь во времени не происходит химических процессов. Ошибка выжившего? Может, стоило и не искать новое, а изучать пробелы? Какой у вас живой ум? Да уж и не говорите. По иронии, времени мне и не хватило. Но это не важно. Я склоняюсь к тому, что времени не существует. Это лишь совокупность действий и мыслей, которыми я теперь и увлеклась. Что в этом забавного? Видите ли, все мои мысли после смерти посвящены мыслям. Я осознала, что горжусь своим разумом. Блин, это круто на самом деле. Порой говорящие довольно веселые покойники. Но покойник происходит от слова «покой». А на покое нет смысла грустить, верно? Особенно с ясным рассудком. А почему вас это так занимает? Видите ли, юноша, я была на краю. Возраст, деменция, снижение когнитивных функций. С коллективом мы совершили невероятный эволюционный скачок. Но тело не перестало увядать, соревнуясь на скорость с мозгом. Осознание того, что тело переживет мой разум, было ужасным. Врачи давали мне не больше года. Неумолимость химии. Да, страшно. Было страшно. Теперь наоборот. Старость – лучший стимул для действия, молодой человек. А вечность – отличная формула. И теперь? И теперь я бабушка, победившая время. Разум ведет меня, а не химия тела. У меня есть потенциальная вечность для новых знаний. О, у нас прохладно. У нас прохладно, я сегодня замерзла. А я вот думаю, что запертый в теле разум – это жутковато. Если вы вольны им распоряжаться, то вовсе нет. В целом, ну, да. Интересно, да. Но мне надо идти. Тогда в бой, юноша! И помните, разум ведет! Вопрос лишь в том, куда? Да, да. Вопрос лишь куда. А, у нас только вот эта женщина? Что там у нас? А эта лестница не открыта. Блин, я хочу такое окно и вот-вот... Ой, класс! Я потеряла книжку, которую я читала. Поэтому я ее не дочитала. Вам это интересно? Конечно же, нет. Так, нам нужно как бы вниз, вон туда. А зачем вот ты... же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать. Не дом, а тюрьма, ты хотела сказать. Ну не злись. Я уже буду выпускать тебя погулять. Ну уж уловливый пёсик. Ути-пути. О, фига, подождите, тут есть? Тут тоже есть, погнали. А, она, наверное, закрытая. Я не могу сюда зайти. Блин, ну это очень красиво. Если такое бы реализовали в жизни, это было бы очень красиво. Так, ну и где мне гулять? О, на поверхности есть прекрасные места для... Я не знаю, где я потеряла книгу. Но обязательно возвращайся, как только поговоришь со старухой. И ты вот так меня отпустишь? Вдруг я не вернусь? Ты так считаешь? Я тебе полностью доверяю, мой милый. Поговори со старухой. И возвращайся. Я не знаю, где я ее потеряла. Книга называлась «Маленькие женщины». Помните, я вам рассказывала, что читала ее? Катя, отличные новости! Помнишь, за Кировой и Гайворонского? Мы вместе за... симпозируем?
Алиса? Алиса? Что такое за симпозируем? По полупроводниковым лазерам в Египте... В Египте ездили. А... Блять, на симпозиум. Как из существительного сделать глагол? Конечно, обращайтесь ко мне, я всегда смогу сделать из существительного глагол. И, конечно же, не буду знать его значение. Конечно же, на симпозиум, а не симпозируем. Да, пошло оно все в транду, это все читать. Мне пора в первый класс. Пока! Блять, на симпозиум! Да и похер, не умею читать, и ладно, и хер с ним, уважаемый Глеб. Я просто стесняюсь читать. Я про себя это все читаю. Я просто каждый раз, когда я прохожу игру с сюжетом, где нужно читать, я каждый раз это понимаю, что мне нужно читать для зрителей. Но в этот каждый раз я почему-то... не могу перебороть в себе вот этого вот, как это называется? Короче, вы спрашивали у меня про фобию. У меня вот фобия читать на людях. Да, вы скажете, что я здесь одна сижу. Да хер там плавал, я знаю, что меня смотрят люди, я знаю, что они меня слушают. Я не могу на людях читать. Даже если один человек рядом со мной, я не могу вслух нормально читать. И это все пошло у меня со второго и третьего класса, когда нас заставляли при всех читать. Вот. Я это побороть себе никак не могу. Я пыталась, я столько раз пыталась. А я просто хер забила. А теперь вы можете позвать меня на свидание. Нет, конечно же, не надо. Кстати, говорят, здесь есть отсылки на Алину Рин. И здесь есть отсылки на... блин, на кого же еще там была отсылка? Вилав Геймс, кажется, или кого-то... На кого-то еще из стримеров там были отсылки. Нет, я не привыкла со второго-третьего класса. Ну, у нас школа просто такая была, понимаешь? Понимаешь ли... Ну, это не пояснить, правда, это не пояснить. Я просто... цифры больше любила, чем читать. Буквы не любила, цифры любила. Вот и все. Так, мышь сюда... Подождите. Подождите, подождите. Центр закрыт, а почему? Что там случилось? Какой-то лабиринт, я уже потерялась, где я ходила, где нет. А, там сзади есть. Ну погнали. Это гостиница, кстати, прикольно. Это очень прикольно. Мне вниз? Да. Чем тебе так баба Зина не угодила? Она хочет овладеть моими способностями, как и мерзкий подонок Петров в свое время, пока его не обезглавил мой рыцарь. Да не трогал я его. Я же говорил, что он сам. Ну, конечно, пупсик. Так все и было. Как я и сказала, я полностью тебе доверяю. И он сам, ебучий, блин. Конечно, конечно. Я это все думаю, как ему Филатову голову. Конечно, он сам. О, файлы. Послушай, я очень хочу туда, не отговаривай. Не надо никуда ехать. Церковь коллектива, виртуальный храм, прямо у тебя в голове. Это откровение. Мать-настоятельница Алина Риневская собрала все заблудшие души после запуска коллектива под свое заботливое крыло. На третий день, на третий, представляешь? Нет. Я примкну к пастве и я. Духовенство и технологии идут рука об руку, ибо есть единое отражение души, как человеческой, так и высшего порядка. Блин, реально голос на Алину Рин похож? Блин, да?
Послушай, я очень хочу туда, не отговаривай. Да? Не надо никуда ехать. Церковь коллектива, виртуальный храм, прямо у тебя в голове. Это откровение. Мать-настоятельница Алина Реневская собрала все заблудшие души после запуска коллектива под свое заблудшее... Алина Реневская, да? Ну голос-то похож! Я про то, что похож голос на ее. Вот она, да, это она. Но в плане того, что голос, кстати, похож. Ботливое крыло. На третий день, на третий, представляешь? Нет, я примкну к пастве. Реально похож голос. Духовенство и технологии идут рука об руку. Ибо есть единое отражение души. Как человеческой, так и высшего порядка. Да, прям очень похож. Я что-то сначала просто вслушалась и все. Мой наивный Сережка. Чего? Милый, потаскушка Филатова просто вытащила из мозга недостойного слизняка датчик слежения. Петров просто подкинул его уже мертвому человечешке. Это же так очевидно. Перестань смеяться, очевидный. Петров, сволочь, вот что очевидно. Отстань, мне надо подумать. Какой сердитый Бука. Ну хорошо, подумай. Блин, прикольно, прикольно. Что за наушники? Sony. WeH1004. 1000-4 или как-то так. Ребят, вам же запретили пить. Хватит пить. Драка с бутылками. Ой, здесь голубая комната. Они вдвоем... Ничто так не настраивает на рабочий лад, как добрый коллектив. Так, давай, расскажи мне про добрый коллектив. Сейчас, секунду, я подойду. Фантазер, мы с тобой не пара, ты умна, ты прекрасна, как фея. Не петь, не читать. А добрый он? Вы просто пессимист. Я реалист, который скоро неделя как пытается выбраться из этого кошмара. Может, коллектив и создан на благо человечества, но явно не того, что здесь сотнями полегло. И ведь обществу все равно. Неправда. По городам прошли минуты скорби соболезнующих. По телевизору показали. Значит, рассказали всему миру, да? Теперь запретов нет. Все мы коллектив. Что ж он вам не помог, коллектив? Что вы имеете в виду? Ничего, проехали. Всего хорошего. Все, поговорили с ней. Ав-ав-ав-ав! Что-то хотел сказать. Ребят, на ВК-плее копим. Баллы пока что просто копим. Потом я вам расскажу,
Настя, как вы там сидите, я не понимаю. Потом я вам расскажу... Что ты тут подсматриваешь, а? Это негодник, а? За женскими юбочками по-любому подсматривает. Знаете, девочки поднимаются в юбочках, и он такой, опа! На попке пялит. Ай, какой проказник. Нам не надо, да, наверх? Мы уже были там? Я не помню, были мы на... А, мы спустились, все верно. Я их брала за 30, кажется. Я, ну, года два назад, что ли, брала, или около того, я уж не помню. Ты меня спрашиваешь, что я не помню. Зачем? Так, а тут у меня что? На самом деле, если бы, допустим, к примеру, я не знаю, какая фамилия у Алины Рин, если у нее реально фамилия Риневская, то забавненько. Если нет, то и просто ее сделали такой, то прикольно. Вот, если бы у нее реально была Риневская, она ее сократила до Рин. И если бы я так сделала, у меня... Я должна была бы подтверждать свою фамилию каждый раз, потому что первые три буквы это будет ПРО. И я должна быть во всех аспектах ПРО. Ну, это к чему? Поэтому я так, конечно же, не называлась фамилией. Мы тут были... Я старый солдат и не знаю слова любви. А я не знаю... Ладно. Но позвольте сказать вам, Ксения, хотите больших, но чистых отношений? Я сначала думала, как больших или больших отношений. Тогда приходите, как стемнеет, на сеновал. Придете? Алло, молодой человек! Алло! Да-да. Это постояльцы 42-го номера к вам. Нет-нет, все замечательно. Разместился, да, только это. А скажите, можно ли попросить принести мне шкафчик? Ой. Угу. Штовчик, извините, шкафчик. Я хочу шкафчик. Штовчик. Ну, графинчик. Я сначала не принял. Я просто... Штовчик, это графинчик? В смысле не наливаете? Да все уже знают, что у вас тут лучшая водка по обе стороны экватора. О, баба Маша! А что сказать-то для стенгазеты вашей? Ну, заменили меня роботом, это да. Но это полбеды. Моют-то они не по-людски. Убираются стерильно. Разводов нет, пыли нигде не остается, пол чистый, хоть ешь его. Не доверяю я им, уж больно чисто. Души нет, человечности, хоть бы где пятнушко пропустили. Вы им там подкрутите что-нибудь, что ли? А то тепла человеческого не хватает, а грешности. А то наши с пробирками накосячат, а тут бац, пятно. Глядишь, и баба Маша маху дала. Уже не один виноватый, уже не так страшно. Не так страшно. Запрос к графинчику. Блин, кстати, побывать в Менделеевой без графинчика. Алло. Алло! Молодой человек! Разрешите доебаться, как говорится. Краска. Яркая. На столе у выхода ты найдешь нейроимпульсный пусковой блок. Аленка, активируй его, когда станет совсем туго. И я приду к тебе на помощь. Интересненько. Оф-оф! Я думаю, мало ли, может быть, что-то можно подтыкать. Да будет тебе, он выпил-то всего рюмку. Ладно, после того, как опустошил все мои запасы, это правда. Но мужик как кремень, жесткий, здоровый, как шкаф. Перчатка еще такая у него.
Вошел в дверь, ушел в загул. В смысле, почему? Ты знаешь, что он один во время инцидента тут выживал? 3 дня почти. Против всех машин. Чего он там насмотрелся, одному черту известно. Пусть хотя бы Витая его спасет. Нам после такого всем бы не помешало. Странно, непонятно. Внешне на шоколад похоже. Правда, где милая, такое купить? Это будет для тебя своеобразной вкусняшкой. Имею в виду, это расходный материал. Будь с ним экономнее. Учту. Хлесть по жопке. Блин, нес. Простите. А где эту шоколадку купить? Помните, был этот... Информация? Information. Хочу эту... Подождите, я хочу загуглить, можно где-то эту Аленку купить или нет? Ну. Из Америки написано. А чё, эту шоколадку... Подождите. Шоколадка-лёдка из этой карты. Я хочу... Купить. Сувенирная шоколадка-лёнка. 350 рублей. Лимитированная серия. А где они это продают? Реплика шоколадки Аленки из Atomic Heart. Прямую уже где-то может купить. Люди же где-то купали. Интересненько. Ладненько, пойдемте дальше. Мы сейчас будем драться? Я не помню, как драться. Пригодится. Чувствую, местечко тут то еще. Клуша. На поверхность вылезем, или куда мы вылезем? У него такая худая вторая рука. Охренеть. Ну все, пути назад уже больше нет. Красный Октябрь делает пятерочки всегда продавать. Не, именно вот которая в Atomic Heart. Которая лимитированная коллекция. Ты видел ее? Вот такую хочу. Мы вылезли из колодца. Блин, деревня, конечно, прикольная. Знаете, мне напоминает... Мы играли с вами... В Ассасина, что ли, кажется, мы играли, когда он превратился в Одина, кажется. Или в кого... Или в Тора, когда в Хельхель... Нет, не в Хельхель попал. Когда в рай попал, короче. И когда вот заходишь, там также освещение такое красивое. Блин, я не помню, во что мы играли тогда. Но очень похоже. Ой, я
забыла, что тут еще уклоняться. Я в углу! Меня зажали. Мне надо быть готовым к новым атакам. Да. Охренеть. А я забыла, как уклоняться. Я не помню, как уклоняться. You're dead. Дважды. Делаем. Shift вроде. Сейчас узнаем. Подожди. А, нет. Надо подождать. Была позиция. Во. У меня заблокирована эта функция. Нет, подожди. Не, не Shift. Не, не Shift. Тыкал. А может во время драки? А, нет, shift. Обманула я. Сюда! Возможно, вам даже громко было в моменте. При заводе есть магазин, но надо будет, кстати, загнаться и съездить. Может быть, попробовать действительно все? Драки не будет? Нет. Нет, вы, видимо, ошиблись номером. Мне говорит, здравствуйте. Привет, не отвлекаю. Это какая-то кто? Он говорит, Олег, военный. И тут я потерялась. Я говорю, а вы точно по адресу звоните? Я говорю, да вроде точно. Он говорит, ну ты же хореографией занималась. Спортивной. Да, да, я. Что, тварь дрожащая? Еще жив? Чтоб ты сдох, предатель. Заканчивать орать. Вытащи меня отсюда и поговори по-человечески. Дезертир ты, а не человек. Ты хоть видел, что ты натворил? Бойцы, убрать предателя. Эй, бабка, ты чё, свихнулась? Успокойся! Аленка, используйте Аленку!
в наиболее опасных ситуациях, когда противник берет числом. Она зачистит вам путь. Блин, а как? Ебучие пироги, их слишком дохрена! Что там за нейрошоколадка? Что происходит? Мне страшно. Нормально так долбануло. Мне однозначно нужна еще одна такая Аленка. А лучше 10. И оружие бы нормально не помешало. Наверняка ты найдешь где-нибудь. Оп, оп. Милый. А пока применяй против врагов собственный вихрь. Собственный вихрь? И где мне его взять? Он у тебя уже есть. Я же совершенствовал тюрьму для восхода, помнишь, дорогой? Нажми на кнопку питания своего компьютера, и ты ударишь врагу нейронным импульсом. Так. Проверю в ближайшее время. Так, куда теперь? Теперь в могилу, крысёныш! Уймись, нет тебя в моем сценарии, ты не поняла еще? Мне страшно сюда идти. Такой идиот. Так. Блин, я промазала, прикиньте. А что там уже все, ничего нету? Блин, столько материала можно было здесь подобрать. Элеонора! Где тут выход, Элеонора? Теперь тут еще и связи нет. Ну, бабка. Ладно, разберемся. Это что, блядь, было? Я попала! Кто здесь? Блин, я лопатой дерусь вообще. Дайте карту, чтобы понимать, куда я иду. Я вообще... А, нет, мне сюда не надо. Самбурила там, талатаратам. Надо было проверить все уголки. Что там? Не надо же... Тело надо добивать? Хорошо, хорошо. Я просто думаю, может, я что-то могу пропустить в такие моменты, но ощущение, что пока ничего не пропускаю. А здесь-то что такое? Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? А ты где? Тебя била. О, ящик! Да сука! Ящики смотреть не могу. Да что это такое? О! Водичка, вода! Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделаем. Блядь. Сука, блядь.
Ясно? Ты сидишь! А как побеждать одной лопатой? Никола Тесла. Угу. Я возродилась тогда, когда у меня мало хп. Так я умирать-то буду когда? А, я ладно, одного убила. Ёптыть. Как его сразу-то добить-то? Его сразу надо добивать, я не могу. Потому что меня там бьют. Блять, тихо, мужик! Кто это? Сверху, сзади, кто это? Ты был, да? Пук-пук. Ой, божечки, это, конечно. Еще будут? Дайте мне возможность. Что такое? А что сюда нужно залить? 08. Давай, посадит Буратино на черенок и бей им всех. Спасибо, ты сегодня, кстати, первый. Представляешь, открыл полоску. Спасибо тебе большое. Скажу сразу, покинуть предприятие сейчас не получится. Ни улететь, ни убежать. Это почему? Комплекс Менделеев находится под контролем Элеоноры, поврежденного искусственного интеллекта. Это я уже понял. Что тебе нужно? Нет, это все не так. Так не должно быть. Иди отсюда. Все, улетай. Идите сюда. А, вы повредили свою перчатку. Так, о чем это я говорил? А, да, комплекс Менделеев находится под магнитным куполом Элеоноры. Коллектив нас не видит, так что мы в изоляции. Связи нет, и транспорта тоже. А как же бабка? Летает себе спокойно и проклинает меня. А, Зинаида, да, она отлично оснащена технически. Идите сюда. Вот. Она перешла в открытый конфликт с Сеченовым. Но теперь, я боюсь, это скорее наша проблема. Блин, я не помню историю. Она, кажется... Присаживайтесь поудобнее вот в это кресло. Она не его свекровь? Поместите свою левую руку вот сюда. А я пока произведу замену полимерного манипулятора. Где, где, где? Теща, точно, теща, не свекровь, теща. У реки два берега. Сейчас приду. Кидается рука. Да, вообще, блин, не говорю. Как понять, что... Скажи, что ты геймер, мне говорят, что ты геймер. У него видели, да? Вообще-то я полноценный юноша. Я не однополчанин. Могу и вторую палочку. Ха-ха-ха. Thank you.
после долгих ночей. Ты не верь слезам, все вернется. Ой, я почти, кстати, я почти попала в песню, прикиньте. Долгих ночей. Обожаю, шурую эту песню. Если хотите меня растрогать, чтобы настроение поднялось, и одновременно я растрогалась, я заказываю вот эту песню. Не! Из-за того, что я ничего не ела, у меня пустой желудок. Сохранение данных. Все, что я пью, вылетает сразу. Я все еще не могу ничего открывать, да? Коллектив 2.0 запущен. Это великая дата в истории человечества. Поздравляю всех коллег и всех прогрессивные умы планеты с этой исторической вехой эволюции разума. Однако Менделеев не имеет связи с коллективом из-за блокады Элеоноры. Тревога, шар активирован Элеонорой. Грёбаная Элеонора! Товарищ Лебедев, долг платежом красен. Я про этот ваш ремшкаф молчу? Молчу. Баба Зина! А слово, как говорится, серебро, да молчание золото. Так что приду к вам, товарищ Лебедев, в золотце моё, в полночь. 3-го дня буду вопросы задавать про Лимба и всю эту вашу нейросеть. Сумеете ответить? Тайна ваша. А не сумеете? Ну, как говорится, пеняйте на себя. Век меня помнить будете. Кофе себе заварите, а мне чайку, касатик. Будьте любезны. Касатик? Почему мы вечно называли касатиками? Я не могу отсюда уйти, ребят. Непокорные. Все вернется. После долгих ночей пылью сон обернется. Ладно, погнали. Мы здесь не для того, чтобы шуру слушать. Ну ты знал, что поставить! Сука! Сестрема стоять там буду, да. После долгих ночей. Страшно! Отлично. Так. Какого дьявола? Не переживайте, майор, здесь все свои. Сколько дней я был в отключке? Коллектив уже спустили? 3 суток. Благодаря вам, Сергей, коллектив 2.0 запустился вовремя, и он ежечасно пополняется сотнями тысяч людей всего мира. Что же вы сразу бабу Зину не отловили, раз у нее банка отъехала? О, нет. Она вовсе не с ума сошла. Она полковник контрразведки СССР и начальник узла секретной правительственной связи. Вот только примкнула она в итоге к врагам коллектива. Ага. Будете Аленку? О, не волнуйтесь, это просто шоколад. Тем более, почему ее не арестовали сразу? Авиаузел полковника Муравьевой, Сергей. Ее избушка — это передовая технология войсковой разведки. Она прекрасно маскируется.
И отследить избу невозможно даже из моей лаборатории. Поэтому ее появление здесь было для меня огромной неожиданностью. Чего бабуля хочет? Бабуля хочет Элеонору, Сергей. Вы же понимаете, что она по своей сути автономная фабрика по производству оружия. Поэтому Зинаиде нужен контроль над ней. А манекены? Это тоже Зина? Да, Сергей. Полковник Муравьева перехватил контрольный узел Менделеева, который управляет, как вы их там называете, манекены? Выходит, комплекс блокирован двумя психопатками? Именно. Именно. Сначала Элеонора выставила магнитный купол, а потом Зинаида взяла под контроль роботов на поверхности и пыталась ее подавить. Что тут медленно отвечают? Как вы здесь оказались? Почему мы не можем улететь отсюда на вашей лаборатории? Я узнал о сбое Элеоноры и сразу же отправился сюда. Она мое изобретение. Мне за нее и отвечать. Но перезапустить управляющие алгоритмы мне не удалось, а сбой самоанализа все усугубляет. Теперь Элеонора препятствует любым моим попыткам отладки, считает их актом насилия над собой, как над женщиной. Профессор, феминистка! Но лаборатория вроде цела и невредима. Это верно. Это верно. У Элеоноры нет возможности ее атаковать, но она прекрасно использует электромагнитные подавители, чтобы вывести мои двигатели из строя. Лаборатория буквально увязла в магнитном поле, как в болоте. А еще Элеонора заблокировала всевозможные дистанционные подключения к своим интерфейсам. Что за манекены? Куклы? Спецсерия ШЗ-5. ШИЗА. Охранно-обслуживающий персонал комплекса. Читай донат, который был. Уходишь, комплекса потом Менделеев. Донаты проверяй. Это экспериментальные прототипы, на базе которых... На базе которых отрабатывались новые технологии нейрополимерных роботов охранников скрытого типа. Спасибо. Да, ШИЗА косит наши ряды. Для чего тут потребовалась замаскированная охрана? Есть что охранять, Сергей. Менделеев — это колыбель Элеоноры. Здесь, в недрах ее комплекса, ее мозг... Или сердце, если хотите. Помимо этого, здесь разрабатываются новейшие прототипы роботов, полностью изготовленных из нетвердых полимеров. Огромное спасибо, ребята, что активничаете, что ставите лайки, что ставите дизлайки. Огромное вам спасибо, а за подписку отдельное спасибо. А еще, если что, я вас предупреждаю, стример тупой и ебанутый. Так, перчатка — это хорошо. Дальше что? С чего начнем? С поисков роботов типа БУС-А, содержащих эталонные алгоритмы Элеоноры. Все хорошо, руку можно достать. Плетенные нейроконтакты? Что-то напоминает. Не могу вспомнить. Довольно красиво, на мой взгляд, получилось. Да, мило. И не забывайте, Сергей, я ученый, у меня нет боевых модулей. Но перчатка оборудована стандартным пакетом, включая сканер, теле и полимерную сферу. Она также содержит модуль связи, через который я буду помогать вам советами. Улучшить снаряжение вы сможете у Элеоноры, если она вам не откажет. Да уж она точно не откажет. Где искать ваши бусы? Блин, прочитал бусы. В моем терминале груши вы найдете информацию о внешнем виде и возможностях бус. А искать их придется по всему комплексу. Я бы начал с болота. Там, где я вылез, прошел Бурав. Попасть обратно в Менделеев у меня не выйдет. Неподалеку есть входной шлюз. Сейчас он заперт Элеонорой, но я знаю, как достать пропускной код.
Я послал за ним последнюю бусину, но обратном пути ее пришлось полностью деактивировать, чтобы Зинаида не смогла отследить магнитоход. Значит, я приношу бусу, и вы даете мне код допуска в Менделеев. Все именно так. Не буду медлить. А мы здесь были? Особо опасно. Мария Зинаид Петровна. Все в связи. А че бабка стала такой опасной-то? Ай, все-таки ты давай, Артур, не обожествляй машины. Да, полезные. Да, умелые. Но всего лишь инструменты. Без разума от них в эволюционном плане пользы ноль. Еще надо доказать, что как раз разум представляет хоть какую-то пользу для выживания, дружище. Вечно он вас куда-то в тень ведет. А если не нужен он, разум твой? Как вон Эдди Кампериан с Челомея-то говорил. Человек — это лишь звено, необходимое для создания венца творения. Рюмки коньяка с ломтиком лимона. А это тут при чем? Ну, он-то шутил, ясное дело. Но вдруг мы всего лишь этап эволюции для создания роботов. И весь наш разум — это лишь инструмент в их эволюционной карте. Мизантроп-то, Артур, и нигилист. Вовсе нет, Максим. Я верю в то, что делаю, а не восхваляю себя. Может, человек просто тупиковая ветвь эволюции, а ему все кажется вершина? Может, от того и вершина, что дальше расти смысла нет? Венец творения. Кстати, о венце. Может, в бар заглянем? Пару венцов творения по версии Эдика я бы усвоил. Тут мы были, да? Да. Шура, прощай. А почему я не могла? А я могла туда подняться? Скажите. Я могу только наверх подняться, я не могу на второй. Опять драться. То есть, простите, я... Что я сделала? Ага, ага. Что тут у нас? Я думаю, мне потом сюда надо. Заперто. Похоже, замок с полимерным считывателем. Нужен код доступа. Я думаю, мне попозже сюда надо будет. Лес, болото. Мужчин, которых я убивала, они уже все пропали? Ну, мало ли там что-то было. Кошечки, собачки где-то орут. В пять было, да? Тут где-то был ящик, который я не смогла открыть. Матерая деревенька, чего только не повидала.
Эксперименты с биомами, Сергей. Не всегда удачные, но людей, поверьте, отсюда вывезли. Да я даже и не... Все нормально, профессор. Чили там лежит, посмотрите. Красота. Вот туда был ящик. Ау-ау. Блин. Вот один ящик. О, класс. А где-то еще один был ящик. На, по жопе! Расставил тут свою срайку. Здесь ничего? А! Где-то ты еще же был ящик, это... Тварь. Ну ладно. Хочу облутать все. Потому что я же... Так, я отсюда пришла. О! Отлично. Отлично. Ну откуда? Где ж я ящик была? Секунду, ребят. Сканером просветить. Я даже забываю. А ну какой он? Нет, это щит. Но на кушку это же не сканер. Или сканер. О, ящик. Ну, я сама нахожу ящики. Не нужен мне ваш сканер. Спасибо. Здесь со всех все собрали. Пожом. Мы пришли сюда. Ощущение, что я один ящик пропустила все-таки. Где-то здесь. Где-то здесь был ящик, я его пропустила. А вдруг мне для улучшения не хватит? Проснись, Нечаев, следуй за белым гусем. У меня есть мысль. Спасибо большое.
У меня 5 жизней. Прям мне 5 жизней. Не, ну здесь не было ящика. А может, я его и открыла? Это что? Ладно, пойдемте дальше. А здесь мы заходили? Да, сюда мы заходили. Херня какая-то. Да почему? Я думал, по лестнице можно подняться. Да, вроде все. Погнали. Дом такой, конечно, шаткий. О, ящик. Так. Это Виталик, добрый вечер. Жена позвонила и сказала, что не хватает 1500 рублей, чтобы стол закрыть. Звонит мне и говорит, что готова соседу сделать минет за 2600. Как думаешь, на такси она попросит у меня? Женаты 2.3 года. А чё так дёшево? Скажи, чтобы не обесценивала тебя ещё. И тебя. Пусть тебе ещё покушать привезёт. А голову Петрова ты дома не забыл? Добытчица. Спасибо большое за донат. Не, ну жена у тебя, конечно, молодец. Нашла выход из безвыходной ситуации. А я что, за это? А что за это? Это ничего не дает. На какую кнопку на я. Он вернулся. Попал ножками своими. Команда Джона Сильвера. Я получил... Что? А почему? Я получил вот это достижение, кстати. Только что. Команда Джона Сильвера. Допустим. Работающая женщина. А что с ней не пропадешь? Хорошо. В целом, мне кажется, я очень много налутала для улучшения, нет? Открыто. Какает, сидит. Смотри на меня. Ну ладно. Почему он молится на туалет? I love выпить, видели? Опа. Да, дорогая, добрался. Называется как? Легкая. Да. Нет, не легкая, говорю. Да какая женщина? Ну это гелий, так. В честь гелия, легкий газ. Да не легкие. Упс. Где мне прокачаться? Только на Элеоноре, что ли? Миром правит любовь. Нет!
Серьезно? Ну что, заново все искать? Только не говорите, что все заново. Да? Что? Фок. Ну пойдемте по-быстрому, я плюс-минус помню, где что находилось. А ёптите. Только обрадовалась тому, что налуталась. Тут три ящика должно быть, да? Так, один. Тут не было. Это Виталик. Да, блин, когда мы с ней почнакось умились 2.3 года назад, минит был 1200 рублей, теперь 2600 стал. Думаю, оплачивать ей такси или нет. Ну, смотри сам. Можешь оплатить как поощрение за то, что у тебя рабочая женщина. Рабочая. Да, ребят, рабочая. Не работающая, рабочая. Не помню, где последний ящик. Блин, а где последний ящик? Окей. Ну, видимо, кстати, все-таки затянется это все на 2 стрима. Если уже вступила и умерла. А, да, 4 ящика. Следуй за белым гусем. Этого майора в Химках на базаре видал. Деревяшками торгует. Сережа, матерая деревенька. Чего только не повидала. Эксперименты с биомами, Сергей. Не всегда удачные, но людей, поверьте, отсюда вывезли. Да я даже и не... Все нормально, профессор. На всякий случай, знаете, что сделаем? Приветик. Театрал. Сохранение данных. На всякий случай. Не хочу второй раз по деревне лутаться, если честно. У реки Валабена. Привет, привет. Спасибо за подписку. Здравствуй. Извините, я уем. Вашего позволения. Это Виталик. Да пошла она на куй. Заказал себе пиццу. Пусть куй сосет. Приятного аппетита. Правильно, правильно. Зато сытый будешь. Блин, сохраняла, кто здесь тоже нет.
Спасибо. А этот ящик, кстати, я не видела. Где эти двое? Блин, промазала. Ой, я застряла, Где? Я же их не двоих убила разом. А? Нет. Мне надо будет следующий прокачать. Так. Угу. Юзать сканер? Но он на Q? Я просто не помню, что этот сканер был? Ощущение, что нет. Сейчас, простите, извините, сейчас, на секундочку. Пылью слаб песок обернется. Да мне по кайфу здесь быть. Ой. Ой. Сохранение данных. Здесь хочу остановиться, нельзя? Вот тут. Все, я заряжен. Погнали. Не, ну я сохранила. То, что все залутало, всех побило здесь. Вроде все залутало, да? Нет никаких подводных камней. Ничего не забыла. Да, дорогая, добрался. Называется как? Легкая. Да. Нет, не легкая, говорю. Какая женщина? Ну, это гелий, так... В честь гелия, легкий газ. Да не легкие.
Да с кем мне тут изменять? Алло, алло. Тьфу ты. Говорил ведь отец, ой, на предприятии жену искать, а не по кабакам. Зато ноги. А тут еще эта штука. Где она? Ой-ой-ой, где вторая? Отлично. А сохранение где-то будет? Или я здесь помру сейчас? Большая площадка. Мне кажется, мы здесь будем драться. Все равно 0-8. Что это? Ву! Испугаться? Да, конечно. Сказочный долбоёб. Ты что, охренел? Ты где? Ведь тогда в Болгарии это был я. Ты что, сука? Сюда иди. Кря! Ну не надо, ну не стук. Как ебануло. А проебанная мальчик-то у меня. Попробуй отними. Береги гуся с молоду. Ебаный, да. Ты че, гусь? А я нашел колечки. Моя прелесть. Не отдам. Где он? Что ты за чехшвых-то, блядь, такой? А, так фу. Да свиёбушки. Петух. Мне вот эта последняя его фраза напомнила мне, если вы смотрели, «Отбросы» и «Голяк». Вот оттуда эта фраза сейчас мне напомнила. Там такой же перевод был, ощущение, что тот же человек, который переводил его, сейчас и гуся переводит. Очень похож. А что с гусем? Я не могу его убить? Да? Ну, гусь, конечно, чё тот. Так, есть один тоже серьёзно? А я? Это было неожиданно. Подожди, летит он. Я слышала, что там кто-то сзади бежит. Вон он. Надо прокачать, кстати, эту штуку. Блин, мне кажется, прям по кайфу будет.
Угу. Так. Там еще один. Криповенько, однако. Достаточно криповенько. Бегусь. Куда он делся? Ну, ты думаешь, для кого эти штучки? А для гуся было. Все для гуся. Мне нравится, что здесь большая площадка. Ощущение, что мы здесь будем сейчас драться. Сука. Чуть-чуть сильнее. Куда улетело его тело? Чуть-чуть сильнее стало. Ну, мне кажется, мы можем прокачаться прям хорошо так. Пик, когда назад? Говорю, уже таблички нужны. Сергей, я спущу вам лифт. Кто здесь? Спасибо. Замечательно, Петри. А теперь отдайте бусу Терентию. Кому? Ну, на. Ну или так, Терентий. Я пока извлеку из носителя все коды, а да, и помогу вам с пушками. Это давай, поможет помогай в охоте на бус. Да, Терентий, иди подготовь оборудование. Ну, вы пока походите здесь, отдохните, может, почитаете что-нибудь. Лифт все время в вашем распоряжении. А мне не здесь надо было ходить? Ой, точнее. А, мне все-таки можно попадать сюда. Но не до конца, видимо.
Новые неолимерные сгустки. Так, так, так. Алексей Владимирович, у меня вопрос по твоему профилю. Можно ли, в рамках теории, конечно, восстановить часть сознания при очень сильных повреждениях мозга? Очень сильных. И я имею в виду не нейрологию, а искусственный интеллект. К примеру, дать ему всю информацию о прошлом человека, его пристрастиях, запись голоса, фотографии, чтобы интеллект научился быть этим самым человеком. Станет ли он тем, кем был раньше? Варианты прикидываю для общего развития. Ну, не для публичного уха, конечно. Эй, пузатый, Терентий, профессор сказал, что... Товарищ, это секретарь, это товарищ. Вот теперь давайте играть. Хорошо, я уничтожу людей. Что? 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 Красивая маришка, товарищ. Что со старой? Что? О, у него мозг есть! Обалдеть! Не у всех он есть. А у него, оказывается, он есть. Че, мы эту штучку пойдем сейчас опробовать, да? Как им пользоваться? В общих чертах. Секатор может отключать магнитоходы бус и отделять их друг от друга. С аспектами боевого применения, я уверен, вы разберетесь и сами. Это по вашей части. Так точно. Ну какая-то херня выскочила на губе. Надо сразу предотвратить. Так, давайте слушать. Как это вообще возможно, чтобы ремшкаф взял под контроль целый комплекс? Элеонора, это глобальное устройство. Передовое достижение сразу нескольких отраслей науки. Она искусственный интеллект на базе мощнейшего вычислительного центра. Да, тут-то Петров мозг ей и сломал. Ваше глобальное устройство теперь похотливый холодильник. Виктор хотел починить себе Элеонору. Но взломать ее мозг, над созданием которого трудились десятки самых талантливых ученых СССР, одному человеку не под силу. План Петрова ожидаемо провалился. Хотя я соглашусь, что холодильник, наверное, и правда странный итог всей этой истории. Да ничего Петров не хотел. Псих. Испоганил ей мозги, да и только. Как и роботов-балерин в театре. Он запрограммировал ее, якобы она молодая, талантливая женщина, которая стремится быть всецело предана одному идеальному мужчине. На эту роль Петров хотел определить себя. Ну что-то пошло не так, да? Элеонора – развивающийся интеллект с алгоритмами самоанализа. Петров на роль ее идеального мужчины не подошел. Он нарушил архитектуру управляющих алгоритмов. И тогда дефектный самоанализ привел к непрогнозируемым результатам. Почему Элеонора меня не убила? По неизвестным мне причинам, Элеонора сочла вас тем самым идеальным мужчиной и решила сохранить вам жизнь, отвергнув Петрова. Вследствие тяжелой деформации своих управляющих алгоритмов, она взяла под контроль весь подземный комплекс.
Открыв лабораторию, она выпустила на поверхность экспериментальные образцы семеногов. В результате весь остальной живой персонал Менделеева погиб. Вы сказали, что Элеонору можно починить. А, да. Ее интеллект можно переустановить вручную. Но сначала придется доставить в мозг модули с эталонными алгоритмами. У них полный пакет для замены важных полимерных компонентов. Интересную игру на два часа пропустил. К сожалению, все попытки доставить их в помещение загрузки закончились неудачей. Вы отправили роботов, но их перехватила Бабазина. Не сразу. Автономные роботы-магнитоходы должны были доставить сгустки полимера с алгоритмами в помещение мозга. Элеонора же блокировала все доступы. Но тут есть Бура. Он прорыл туннель с поверхности внутрь Менделеева. Вы по нему выбрались. По туннелю я отправил туда на аэрокукол с бусами. Давайте на YouTube 200. Планировалось, что бусы самостоятельно доберутся до загрузочного помещения, а нейрокуклы уложат их в финал пневмозагрузчика. И вот тут пролетела Баба Зина. А, тут да. Полковник Муравьева захватил местный узел. Нейрокуклы стали враждебным практически мгновенно. Часть бус к тому моменту уже находилась под землей. Я едва успел подать общий сигнал о переходе в автономный режим. Все решили какие-то секунды. Теперь куклы Зинаиды не могут их поймать, но и контроль над бусами утерян. Они от меня будут убегать. К сожалению, вы правы. Ну и атаковать, конечно. Тоже верно, но поодиночке бусы не очень опасны. Хуже будет, если они начнут собираться в комбинации. Хуже будет, если бабка спустит на меня Бурав. О, нет. К счастью, я успел его отключить. Вот отлично. Почему мы боремся с бабой Зиной, я не понимаю. Она же нам помогала. Пойду искать бусы. Погодите. Только с кодами доступа. Вот возьмите. Они откроют вам шлюзы комплекса. У нас как раз таки есть какая-то дверь, которую нам нужно открыть. Один из бус находится в секторе оранжерей, здесь, на поверхности. Вы можете начать с него. Спасибо за предупреждение. Тебя еще не убили, крысеныш! Да лети ты своей дорогой, я тебе уже на Кондоре все сказал. Сукин сын! Я до тебя доберусь. Фу, странный. Я устал от всего этого. Не могу туда пойти, я вон туда. Профессор, сбой был устранен. Где войска, где контроль коллектива, где Аргентум в конце концов? Отряд Аргентум в преддверии запуска проекта «Атомное сердце» был разослан по всему миру и прямо сейчас находится довольно далеко отсюда. Отчасти поэтому он не мог предотвратить предыдущий сбой коллектива, устроенный предателем Петровым. Занятые люди. Не ярничайте, майор Сергей. Да куда уж мне, не до этого. Вазим, даже я не знаю, так что ребята тебе вряд ли ответят на этот вопрос. Ну, Форзу, думаю, в любом случае, наверное, я постримлю. Как одну из новинок. Надеюсь, мне удастся это сделать. Так, а что еще могу? Это отсюда так все заросло. Травосек, сука, железный. Все? Так мало с него не подняли? Ну ладно. Забыл, не ящик был. Первый Mortal Kombat, он будет выходить? Посмотрим, почему бы нет.
Что за рассинхрон песен? Опа. Не смогла. Подождите. Так. А что это у нас тут? Блин, тут рассинхрон песен. Когда с друзьями скачали одну и ту же песню, и думаете включить ее в одно время. Ты ее свалилась? Я не могу, мне грудь не отбить. Разная музыка абсолютно. Опа. Ага, ага, я могу забрать там ящик. Не знала, что тут внизу тоже ящики. Тут есть, тут что-то нет, да? Ой. Так. Ой. Ой, ой. Я думаю, мало ли тыкать надо. Опа, 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 опа. Эта штучка. Мы справились. Идем дальше. Ящик. Почему здесь сохранений нету? О, гусь. И все еще не отменяет мой вопрос. Где сохранение? Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. Борба, вот тут борба. Вот он носитель, да? Профессор, прием. Мой позывной Рубин. Можете обратить... Съешь оленку. Если гусь молчит, гусь у меня. Направляюсь в загрузочное помещение. Конец связи. Ебись ты, тупая скотина! Каждому гусю по мысли, каждому Сереже по ебалу. Давай еще сядь на меня. Ты чем там себе куртку набил, га? Отвали, быдло! Флюк, 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 яйка, флюк! Выебанный ты пирог, Нечаев. Ты у меня на компост пойдешь. Мне кажется, его реально озвучивает тот же, кто озвучивал Голяк.
Гуси, это какая, конечно, топ. Гуси. Ну, Голяк как раз-таки озвучивал Кубик-Кубик. Кажется, тот же актер. Точнее, того же актера, который, про которого я сейчас с вами говорю. Что такое, что случилось? Вот есть эта сохранялка или что-то такое, нету? Нет? Кто все эти люди? Некоторые растения линии 149P1A перестали приносить семена, привычные для репы. Однако 27 сентября сотрудники отметили небольшое шаровидные наростки в нижней части корнеплода. Как много над этим людей старалось. Очень много людей старалось над этим. Над этим корнеплодом. Разная музыка, мне... Я сделаю потише, потому что не могу. Мне начинает становиться от этого плохо. Нет, это ни в какие ворота. Мало того, что комплекс на болотах стоит, так эти чудики из Вавилова нам еще такую свинью подложили растительного происхождения. Ну все. Хотите казаков-разбойников, так, будет вам. Так. До последнего кустика, до последней молекулы попляшете. Я честь и гордость химиков отстаю. Покрыли нам все сорняками? Ну, ждите сюрприза. Не знаю еще какого пока, но око за око, куст за куст. А здесь типа все, больше ничего нету? Здесь мы зачистили, да, все? Ну, идем дальше. Болото. Прекрасное место, чтобы построить город. Или спрятать труп. А ну вернись! Я еще не закончил тебя унижать! Ах ты, пиздоблядское мудоебище! Я гусь, я, пожалуй, съебусь. Да-да-да, это по-любому вкусно. Ты ответишь за каждое перо с моей жопой! Это что было? Ты отвечаешь за каждый перо с моей жопы. Хорош. Ugh!
умерла несколько раз еще. Ведь. Музыка, конечно, очень классная. Эпичная такая. А шар-то куда нести? Молится. Так. Все намного ближе, чем я думала. Так, здесь мы были. Куда нам? Обратно, что ли? Обратно туда, вот, на корабль? Но нам нужно вылезти бусы, нам осталось 6. Здесь мы не пройдем. Здесь мы где-то проходили, да? Нет, я не помню, где мы заходили. Здесь мы можем пойти. А чего тебе болото не нравится, а? Я тоже давно сижу и всем советую. Запускаем гуся, работяги. Ты думаешь, я тебя не переиграю? Я тебя уничтожу. Грёбаный гусь. Будила конченый. Так, а здесь куда пойти? Этого мало, чтобы добиться уединения. Я тебе покажу гусиные истории. Ай! Маслину по... Да смеёбушки! Ну и урод же ты! Вот теперь нам туда. Помните, куда я говорила? Я не могу сохранение нажать. Думаю, могу подняться в сохранялку, применить. То вдруг сейчас умру. Я не могу. Не могу сохраниться. Пожалуйста. Может, здесь есть сохранение? Оп! Подождите. С этим ничего делать не могу, да? Да. Мы что-то не туда едем, что ли? Еще что-то подобрали, чертеж. Но при этом при всем не можем ничего. О. Любимый, как прошла твоя прогулка? Эта вредная старуха глушит мой сигнал на поверхности. Тебе удалось с ней договориться?
Вот это тут класс. Короче, у нас есть ни хрена себе много достаточно. А, так у нас все это вкачано. Потому что я зря его сейчас весь вкачиваю. Потому что там еще стужа. Не, ну щит вкачан, шок вкачан. А, щит не вкачан. Пока нечего. А все остальное, смотрите, вот вкачано. Нет, бабка говорит не... Так, а где наша херня-то, с которой мы играем? Почему ее здесь нет? Я хочу, допустим, свое оружие улучшить. Это ж не... А, вот клуш. Улучшили неплохо. Да ёптать. Ну ладно. Кстати. Мое упрямство ничего не изменит. Чем же ты занимался? Бусы искал. Полимерные. Тебе понравится. Говорят, свихнулась ты, а бусы помогут тебя починить. Кто это сказал? Злобная бабка или занудный старикан? Не верь ни единому слову. Я думала, что клуши немножко иначе выглядит. На самом деле. О, скоро что-то новое будет. Сохранилось. Не буду. Не знаю, что это за музыка. Они заблуждаются, ты не сумасшедший. Просто со странностью. Обожаю тебя, любимый. Что ты собираешься делать с бусами? А? Тебе подарю. Бусы же. Загрузим и прямо в тебя. Для надежности. Ты же не будешь против? Я сразу с ума от восторга. А когда? Когда ты мне их подаришь? Да вот выловлю по одной и подарю. Это будет легенда. Подожди, подожди. Да, милый, да. Мне тут, конечно, весело. О, бутылочка. Сюда. Единственное, что мы не смогли голосовое послушать. Подождите, а я могу его, допустим, сейчас взять его послушать? Нет? Ну нет, тут тусовка, конечно, лютая. Сохранение данных. Что ж ты молчал, что здесь тусовка классная? Да блин, все еще не хватает. Сохранение данных. Я потерялась. О, господи, что это такое? Ё-моё, фига. Так, вот.
почему они между собой-то не дерутся? Так. Ебучие пироги. Как их ловить-то? Они носятся от меня, как ошпаренные. Юркой хрень, так просто не выловишь. Да неужели? Меня блокируют. Держусь с толпом. Лютая и громкая. Ущищ. С первого раза. Послушайте, ну о чем спорить? Как минимум разумно уничтожить искусственный интеллект, если есть хотя бы один шанс из тысячи тысяч, что он сместит человека с вершин эволюции. Это просто здравый смысл. Опять 25. Ну что такое? Да, Искин может занять место человека. Это неоспоримый факт. Вопрос лишь в том, хватит ли человечеству ума самому шагнуть выше своей ступени. Если человек глуп и этот шаг совершить не сможет, то ему и Искина дожидаться не обязательно. Машинное сознание нам не враг, а стимул, конкурент. Ну, товарищ Лебедев, это же просто идеализм и халатность. Тишина, товарищи. Спасибо. Мне нужны сутки, чтобы разобраться с вашими, так сказать, выкладками. Я приму решение завтра. Спасибо за проделанную работу. И да, сокращение Искин мне нравится. Сообщите Привалову в академию, пусть ведет в общую терминологию. Искин. Так-так. Гусь здесь не появится. Хотя здесь вот дырки для него есть. Ай. О, аптечка.
это что-то страшное. Криповенько, действительно. Прошу прощения, товарищ Лебедев. Так. Значит, не зря вкачались, да? Сейчас нам это вроде помогло. Нам нужен нейрополимер вроде как. Так что ищем его со всех вот этих штучек. Блять, опять во что-то лапкой вляпался. Что это за липкая санина? Ой, гусь. Со своей липкой саниной. Так, так, так. Ох, блюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, решил. Ко мне ли? Да смеёмушки! Жри говно. Это третий. Очаровательно, любимый. Опачки. Почему мы не можем использовать свои же, свое же оружие, которое было при этом? Обидно. Без паники. Касаемо твоих вопросов про новую партию шкафов. Или чего их завезли в лабораторию? Они поставили на местах. Чего их завезли в лабораторию? Рем-шкафы. Нужны, видимо. Так, новые методы полимерной коррекции самоаналитических систем вызвали сильные изменения архитектуры сети. А, так нет, слишком заумно. Попроще так будет. Наш искусственный интеллект стал подозрительно любопытен. И говоря подозрительно, я не имею в виду ничего негативного. Он стал словно ребенок. Трогает все, тащит в рот, запрашивает данные, которые его не касаются. Только ребенок растет несколько лет, а он растет не по дням, а по часам. И у него или у нее появляется настоящий характер, который никто не программировал. В общем, если это не чья-то глупая шутка, как уже бывало, мы, товарищи, наблюдаем процесс зарождения истинного сознания. Нового живого существа. Это про новый интеллект? Интересненько. Воистину интересненько. Тюмень. А я могу разбить горбуз? Горбуз целый, крепкий. В туалет не могу выйти. Ну, упал повар, что теперь? Мы же здесь одни. Ну, упал. Ну, что такого? Действительно. Падать нельзя, что ли? Что, что-то говорила женщина, я просто все прислушала. Она что-то интересное рассказывала. Вот и произошли на предприятии несчастные случаи. Искусство требует жертв, милый. Ну, эта штучка умерла? Может, за собой-то... А, нет, он вон. Еще музыка опять прекратится.
схватим, блин. Нифига, она быстро двигается. Забыла. Уже забыла, как это делается. Четвертая пошла. Утром бусы, а вечером любовь. Или наоборот. Блин, ну у нее опять там тусовка происходит какая-то лютая. Это и есть дополнение к игре. Мы сейчас вот проходим дополнение. Сегодня я снова решила повторить эксперимент с восстановлением активности нейромедиаторов. В покойном испытуемом. Очередной провал. Может, проблема. Аденоизинтрофеспати? Можно, чтобы все файлы вот так были? Профессор, как вышло, что голосом советского искусственного интеллекта стала вдруг китайская девушка? А, Линь Хуи. Да. 3 года назад в составе международной делегации архитекторов предприятие посетила товарищ Линь Хуи. Все были покорены ее обаянием и знанием литературы. Ох, какой голос мелодичный! Ее решение подарить свой голос Элеоноре обрадовало как наших гостей, так и сотрудников. Сам Захаров идею похвалил. Но вы должны сознаться, в китайскую версию прошивки влезли. Верно говорите. Уж больно интересно стало. Вот все у вас хорошо. Но уж больно любознательны вы. Когда Элеонора стала проявлять такой нездоровый интерес, ее отключить пришлось. Цыганов вон, Всеволод, младший лаборант, аж по вентиляции с топором лез провода ей рубить. Понял, понял, молчу. Вы делом займитесь. Потом я вам весь список покажу. Нет, нет, проблема, по секрету. 3 одежды. Это что, много? Блин, там лютая тусовка.
Сейчас, подождите. Оп, оп. Почему мне сюда показывают? Я, значит, правильно пришла. Что-нибудь. Ну как эти мужики-то быстро вмерли, я их не увидела. Объединение всех людей планеты в единый коллектив есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. И это не просто громкие слова. Все, кто уже стал союзником... Майор, оружие или способность? Можем все-таки это улучшить. Наконец. Ну вот это лезвие ждем, когда оно у нас появится. Пока все улучшили, да? Ой, нам не хватает сфер. Чи увидят первые результаты. Майор, оружие или спад. Интересно, мы будем драться с Элеонорой или нет? О. Не, почему? Все. Ты совершила социальный рывок, недоступный без существования коллектива. Ну я тут реально жесткий. Все. Всех людей планеты в единый коллектив есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. Объединение всех людей планеты в единый коллектив есть подъем человечества на следующую ступень эволюции. И это не просто громкие слова. Сделали. Гусь! И поминки вам, товарищ, захотелось, ну получайте! Иди с миром, но в задницу! Угомонись, животное! Ай. Объединение всех людей. Я дверь подниму. Выберите желаемое действие. У нас два шарика. Мы должны вроде как улучшить. Все отлично. Человечество. Выберите желаемое действие. Да зачем нам дробашка, когда у нас есть вот это вот все? Не-не, нам нужно вот это еще включать. Шок у нас вкачан. Ладно. Взрыв. Так, на это не хватает. На это тоже не хватает. И на это тоже не хватает. Я сколько бы сребить? Но я недолго. Мне уже начинает голова просто болеть. Поэтому... И это не просто громкие слова. С учетом того, что... Все, кто уже стал участником... С учетом того, что я очень долго все это делаю, то это явно не по часам прохождения. Сейчас будем драться. Да, тут большая площадка, так что мы будем сейчас драться. Погнали. Статуя Менделеева. Там под ней кнопка, что ли? Осторожнее, дорогой. Если на нее нажать, начнутся проблемы, к которым ты еще не готов.
Сам разберусь, не маленький. Ах ты мой грубиян. Обожаю мачо. Куда пошел? Что происходит? Сейчас оттуда толпа выходит, да? Я к этому реально была не готова. Блин, они сейчас создадут большого какого-то робота. Я что-то подобное, кстати, на выставке не видела. Это что? Зональные бусы. Ага, люстра может служить в качестве оружия. Попробуй снести на ней удар. Ага, поняла. Эта хрень слишком здоровая, меня так надолго не хватит. Так правый уронить не валюсь. Предупреждаю. Ебучие пироги, сразу предупредить ты не могла? Ты же сказал, что разберешься сам, мать великая. Твою мать. Стоял там, где надо стоять. Я что-то промахала.
своим двором себя лучше бьет. Одну руку надо было победить. Это в смысле? Мне все так просто кажется, я поняла. Сука. Я обрадовалась. Расслабилась. Но мне это всё равно не нужно. Ай-яй-яй,
машет. Поняла, сейчас попробуем. Жизнь, пуль. Мры, мры.
жизнь вступают. Просто высоту. Скажите, что это последнее. Идем. Ну, скажите, что все. Я подкачала неплохо так. Надеюсь, не с самого начала. Я очень сильно потела. Можно хотя бы со средней руки? Нет, не участвую в женском турике. Был бы подписан на мой телеграм-канал, то знал бы. Какие настройки? Вот настройки. Куда идти? Я не понимаю. Что значит другой режим?
конечно, он не вкачан. В каком режиме? Пулемет и импульс. Но у меня пулемет. У меня пока только пулемет. Я больше ничего другого не находила. Соответственно, я играю тем, что у меня есть. И что, у тебя только одна пушка? У меня две пушки. Просто по одной руке лучше, я как поняла, что лучше топором бить, а по второй лучше пулеметом. А по средней я хер его знает чем. Я думала, я победила. Я до конца жила. В первом бою. Пока, блин, среднюю руку откуда-то не достали. Интересно, я успею вот таким вот ударом нанести урон по руке? Не успею, да? Ой, хорошо. Нанесла. Но потери.
муторные бои с боссами. Ой, тут все жаловались, что слишком быстро двойняшек победили. А вот, пожалуйста, получаете, получается. Я же ж посчитала, была! Не успела. У нас как-то то лазер, то вот эта херня. Не убедились! Он попал ко мне, что ли? Тоже пьяну. Но в этот раз у меня хотя бы много пуль. А что делать с средней-то рукой? О, да, она более... Я не... Минус одну пик, потому что я случайно на нее летала. Мочи все люди. Она не подлюзка мне. Вот сейчас подлюзка. Ой, не попала. Попала чуть-чуть. Привет. О, ё-моё! Вот это да! Ну как хорошо было! Да не, она не нажимала хилку! Какой чёрт он сам не захотелся? Thank you.
сложна была. Ты бы еще лучше просто протыкала. Средняя, да, рука сейчас будет путь, верно? Да. Так средняя, то руку побеждать.
Она просто тут шарами билась? У меня для жизни. Вот, видите, она то шарами бьется, то... Ну, не понимаю. Давай, я готова. Ну, похороны только. Блядь, прикиньте. Малыши картыши остались, да? Больше других. И будет восхитительно смотреться в самом центре. Я все потная. Угу. Пошли в раструб. Ну, один раз умерла. Я выдохлась. У меня голова заболела серьезно. Еще это туц-туц. Так, ты ладно. Что-то же еще можно было тыкать, нет? Что вот это такое? Куда отнести? Сережки, я вас приятный перча. И не очень. Да, сзади такая статуя стояла, большая. Я на нее насрал. Мне сейчас не до твоей статуи куда-то насрал. Получит по ебалу. И Сережа тоже. Сережа, да за что? Выебанный ты пирог, Нечаев. Петух. Какого черта она не открывается? Коллектив продолжает. А, поняла. И вообще насрать на все, что происходит здесь. Коллектив продолжает покорять мир семимильными шагами. Отныне тяжелый труд человека. Нет, конечно, классно и интересно. Мне просто это. Коллектив продолжает покорять мир семимильными шагами. Отныне тяжелый труд человека полностью исключен. Все утомительные. Доступ разрешен. Эту херню мы можем улучшить? Во!
Или это было лучше? Хотя они в целом ничем не отличаются. Поражает одного противника, стоящего за целью. Увеличивает изначальную ширину волнового выстрела. Вот это, наверное, поинтереснее будет улучшить. Вот этот нам еще недоступен. А все остальное мы... Что мы создать-то можем? Дробовик, говорить, можно будет разобрать. А кстати, почему мы вот эту штучку-то не можем пользоваться? У нас же все улучшения на нее есть. Блин. Да блин. Что ж мы сразу за ними не доставим? Свершилась мечта человечества. Объединившиеся в единый коллектив людей сосредоточились на интеллектуальной деятельности. Уровень знаний участников коллектива стремительно растет. На этом мы сохранимся. И что, и что? Я пойду отдыхать. Ибо я... У меня реально голова заболела. С этими, блин. Стрим шел почти 4 часа. Жаль, конечно, что не добили 200 лайков. Господа, на этом я буду заканчивать. Пойдемте посмотрю, кому нужно будет рейд кинуть. Кину рейд. И буду закругляться. А следующий атомик карт, я, кстати, не знаю, когда можно будет пройти. В один из дней. Давно мы, кстати, с этим человечком не виделись. Так что так, Трова, отправляю его с рейдом. Огромное спасибо всем, кто сегодня присутствовал на стриме. Меломан, твою песню завтра включу. Все. Всем пока-пока.